Здравствуйте. Вот высылаю вам эту запись. Меня зовут Мордвинов Виталий Валерьевич. Также, то есть моя семья состоит из трех человек. Я Мордвинов Виталий Валерьевич, мама Мордвинова Валентина Николаевна и отец Мордвинов Валерий Алексеевич. Также у меня есть, значит, в гражданском браке сын и жена, с которой я жил до того момента, пока не начались эти события в 2007 году. Значит, отец у меня слесарь, работал в институте всю жизнь в академгородке. Мама, у нее высшее образование, работала в библиотеке всю жизнь, работает даже по сей день на пенсии, тоже в библиотеке в институте академгородка. Я, значит, работал с 2001 по 2008 год. А события начали развиваться с 2007 года. Значит, по 2008 год, по конец 2008, я работал в службе безопасности банка Уралсиб. Отделение в Советском районе, отделение академическое. Значит, хотел бы рассказать, как мы оказались в городе Бирске, то есть немного о себе еще. Значит, всю жизнь мы прожили в академгородке. Советский район города Новосибирска. Улица Вахтангова мы жили. 5А. В 2006 году мы решили переехать в город Бирск, расширить свои жилищные условия. Значит, переехали на Горького 1, квартира 157. Город Бирск, улица Горького 1, квартира 157. Переехали в августе 2006 года. Мы даже не предполагали, что в центре города Бирска, в двух шагах от мэрии, значит, может с нами что-то случиться нехорошее. Значит, с августа по апрель 2007 года, значит, было все тихо, спокойно, то есть жили без всяких приключений. Значит, 13 апреля, пятницу 13 апреля 2007 года я возвращался с работы. Я немножко, значит, задержался там и возвращался довольно поздно, где-то было около 11 часов. Значит, возле подъезда меня встречает три отморозка, просто кладут меня мордой в асфальт и ломают мне руку. Я потерял сознание, значит, кто-то вызвал скорую, я очнулся только в скорой. Значит, я начал искать, значит, я, естественно, сел на больничный, мне сделали операцию на руке. Я начал искать этих отморозков. Значит, нашел их только в 2008 году, в мае. То есть одного звали Андрей, жил 140, Горького 1, квартира 148. Второй, фамилия у него Войну, жил прямо над нами. Как оказалось, жил прямо над нами, был наш сосед сверху, 161 квартира. Горького 1, квартира 161. Господин Войнов, сын, принимал нападение на меня. Значит, я попытался в мае 2008, когда я нашел их, где они живут, установил. То есть я попытался возбудить уголовное дело. Но мне на это ответили отказом полнейшим. То есть для меня это было полное недоразумение, как бы. Потом я узнал, что у Войнова папа бывший подполковник ГРУ. Ну, то есть он подполковник, то ли какой-то офицер, точно не знаю. Ну, так мне сказали, по крайней мере. Значит, ну, то, что он работал в ГРУ, это точно, однозначно. То есть он бывший военный в отставке. И, значит, он, значит, что они делают? Они узнали, что я попытался против них подать заявление. Они, Войнов, отец приглашает своих друзей военных. То есть они не скрывали, что они ГРУшники. То есть они мне в открытую это говорили.
Значит, они начали собираться по вечерам, вечернее время и выходные дни у Войновых, прямо над нами. Квартира выше. Установили колонки. Ну, что-то вроде колонок, чтобы разговаривать. Сверлили в пол, то есть радиоколоночки, небольшие жучки-колоночки. И прямо, то есть спокойно собирались в своей квартире 161-й, а мы, так как мы жили ниже, то есть они, и все это было сделано над моей комнатой, в которой я жил, то есть я их прекрасно слышал, то есть они меня каждый вечер запугивали, и вот единственное, как бы, то, что труднодоказуемая вещь, то есть они при этом знали, где я нахожусь в своей собственной квартире, то есть они знали, что я делаю. То есть они это делали в открытую, то есть из своей квартиры. Тут никаких не на дальних расстояниях, тут было все четко сделано. Они были 161, мы 157. Конкретно это делали Войнов со своими подельниками из военной разведки города Бердска. Значит, все начиналось с угроз сначала, что мы должны переехать, не трогать никого из бердских. Их, ну, из бердских отморозков, которые со мной это сделали. Значит, я попытался продать квартиру. Но в 2008 году грянул кризис, и мы просто зависли в этом городе. Не было покупателя на квартиру. Значит, они при этом борзея начали свои кровавые игры, конкретно со мной. То есть они какой-то химией наполняли наши, кисловатый запах был. Значит, включали какое-то оборудование, то есть аж, ну, просто трещала голова, то есть стали обрабатывать, чем-то стали обрабатывать прямо из своей квартиры, то есть они угрозы произносили, я их слышал, в окно кричали, то есть угрожали прямо когда мы сталкивались подъезде, то есть это все напрямую шло, то есть без всякой боязни, они думали, их никто не накажет, и никто не узнает об этом, то есть мне никто не поверит, ставка была сделана на это, и со мной это стали вытворять. Значит, все это продолжалось до 2011 года. Значит, в июне 2011 года они конкретно... Я писал до этого заявление, все заявления, копии могу предоставить вам. То есть все ответы из прокуратуры, из РУВД города Бердска. То есть они... было воздействие, как бы... Шло воздействие, но... Как бы я подавал заявление, но никаких... Как бы, как сказать... То есть была боль сильная. Я там не мог... Мне не давали спать по ночам, то есть... Просто, ну, грубо говоря, издевались, как хотели, короче говоря, каким-то направленным лучом, то есть головные боли устраивали такие, что адские, что... Но доказать я это не мог, потому что физически, в принципе, ущерба никакого не было на лицо. То есть единственное, что у меня рука не заживала, и врачи уже тогда ставили вопрос, что такое происходит. То есть я молодой человек, мне 28 лет, я физически очень крепкий, занимался спортом, то есть работал в службе безопасности, поддерживал здоровье постоянно. То есть и кости то срастались, то потом опять ломались. То есть врачи не понимали, что может заставить. Ну, уже тогда фантазировали на эти темы. То есть думали, что я сам себе калечу руку, чтобы не получить инвалидность, стали ходить слухи, что-то такое в этом роде. Значит, что происходило дальше? Значит, дальше меня попытались поставить на учет к психиатру, так как я все-таки писал заявление один за одним, как бы, и, значит, к родителям стали приставать, чтобы они меня поставили на учет. То есть с помощью родителей попытались меня поставить на учет. И так как мама не понимала, в чем дело тогда, то есть она мне не верила тогда,
не, как бы, то есть она согласилась, и меня с помощью матери поставили на учет психиатру. Как только меня поставят на учет, то есть эти звери перешли к конкретным, только меня ставят на учет, эти звери стали, значит, перешли к следующим действиям. То есть они конкретно, это уже слышал мой отец, понимала мать уже тогда, что она сделала ошибку. Значит, с июня 2011 года они стали говорить, что мне сломают конкретно, в каком месте и когда. То есть мне сломали сначала локти, сначала правый локоть опять разнесли полностью, потом левый локоть, потом колени сломали, потом суставы стоп сломали, потом сломали кости таза. Все это зарегистрировано в документах. То есть врачи все-таки выдали мне документы на руки, что таких переломов в принципе не бывает. Неясный геноз, то есть везде, повсюду фигурирует неясный геноз. То есть такого быть не может в принципе. Таких переломов у живых существ. То есть это травма извне, это признают все. Участковые, значит, все прислушиваются к нам, то есть все понимали, что мы правы. Все уже тогда в городе Бердске понимали, что мы правы. Значит, с июня, значит, мне ломают кости поочередно в суставах. С июня 2011. В марте 2012 мы переезжаем обратно в Академ, снимаем квартиру на Терешкова 4, квартира 8. Теперь мы здесь проживаем. Эти звери идут за нами, потому что мы поднимали шум. Они конкретно хотели контролировать, то есть здесь уже они снимают квартиру снизу, это уже доказано, снимают под видом малолеток, к ним приходят какие-то, и к ним приходят вроде как их родители, там еще кто-то, непонятно кто, то есть у них опять этот клуб собирается по вечерам и выходные дни. Тут видите, в чем дело. Они у вас ломаются, но достаточно будет особой травмы. Достану вообще. Вот. Это говорит о том, что и срастаться они могут с большим вопросом. Поэтому то ли это патология какая-то, ну, так сказать, называется, ну, промышленная, что ли. Ну, неужели такие вредные вещества такие, что насколько все просто? Ну, два варианта, повторяю. Это вредные вещества, раз. И второе, это какая-то болячка, врожденная предрасположенность, скажи, вы обнаружили вещества. Вот. Да, во-первых, вещества обнаружили, во-вторых, рематологи посмотрели, свои тоже, к счастью, не нашли.